В дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском состоялась церемония вручения общественной премии мира. Лауреатом в номинации за активную деятельность по гармонизации межнациональных отношений стал директор автономной некоммерческой организации «Центр национальных культур имени Героя Советского Союза» Исая Илазарова, внук легендарного участника Великой Отечественной войны Исай Илазаров. Более 20 лет он организовывает фестивали творчества национальных культур и параллельно руководит горско-еврейским ансамблем танца «Дульшор». Я хочу сказать спасибо Исаю Лазаровичу и поздравить его с наградой. Исай Лазарович самый лучший руководитель, и нам очень повезло с ним. Бывает он иногда строгий и смешной. Поддержать Исая Лазаревича приехала лауреат международных вокальных конкурсов Алла Исакова. Девушка исполнила трогательную песню про бабушку. Хочу поздравить Исая Лазаревича с премией и выразить ему свою благодарность за то, что он предоставляет мне неоднократно возможность выступить в такого рода мероприятиях. Завершил церемонию бал дружбы народов. Традиция его проведения служит делу передачи национальной самобытности от поколения к поколению. Такая традиция была заложена уже второй год, и одновременно бал дружбы народов проводится, сразу объединяя все поколения. Здесь у нас и молодые люди, и взрослые, и детишки, и даже бабушки с дедушками.